ДТП с участием пешехода на улице Котельникова. Автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по зебре. Автомобиль «Фиат Альбеа» двигался по улице Котельникова с площади Баляева на Третью Рабочую. По словам водителя седана, дорога была скользкая, поэтому он не стал сильно разгоняться. Подъезжая к регулируемому перекрестку, мужчина не обратил внимания на ребенка, который вышел на проезжую часть. Заметив девочку в самый последний момент, водитель «Фиата» ударил по тормозам. Однако остановить машину не смог. В ту же секунду седан сбил школьницу, и она отлетела в сторону на несколько метров, после чего упала на асфальт. Около 8 часов 30 минут утра в районе дома номер 30 по улице Котельникова водитель автомашины «Фиат» на пешеходном переходе сбил ребенка, девочку 10 лет. Водитель двигался с улицы Баляева в сторону Третьей Рабочей. Девочка с ушибами и растяжением левой голени была направлена в травмпункт. Рулевой седана тут же выбежал из машины для того, чтобы оказать ребенку первую помощь. Также он вызвал скорую и полицию. Прибывшие незамедлительно медицинские работники осмотрели девочку и зафиксировали у нее травмы средней степени тяжести. Ребенка погрузили в реанимобиль и отправили в ближайший травмпункт. Водитель «Фиата» остался на месте происшествия для того, чтобы продолжить разбирательство. Сейчас мужчине грозит лишение водительских прав, ведь наезд произошел на пешеходном переходе. Автомобилист полностью признал свою вину и заявил, что готов компенсировать родителям девочки все расходы на ее лечение.